сцену Наталью Невзорову. Специалист по интернет-продвижению, создатель сообщества «Интересный котлас» в социальной сети «ВКонтакте». Слушайте, я с таким удовольствием читала все анкеты, которые заполняли ребята, и мне было так вот до слез иногда. Так здорово. Спасибо, Наташа, большое вам за это. Мне бы на все время просто нереально не хватило. Всех приветствую, меня зовут Наталья Невзорова, так я обычно начинаю свой видеоблог. И сегодня я хочу, во-первых, поздравить Марину с таким знаменательным событием, это возвращение на сцену ДК. И вот вначале хочу вручить ей такую розу, которая сегодня символично зацвела яйцами. Поэтому это вот подарочек. Дорогие зрители, хочу сказать, что я непосредственный, так скажем, болельщик пасхального кулича, потому что когда пасхальный кулич с 98 по 2002 год, мы активно посещали его с дочерью, а мой муж его очень активно фотографировал. Это Александр Крумин, он тоже здесь в зале сегодня находится. И очень большое количество фотографий наши участники и те люди, которые имели отношение к пасхальному куличу, сбросили к нам в группу «Интересный котлас». Поэтому вы можете зайти, во-первых, оставить там свои фотографии, если у вас такие есть. И все... Да, и все фотографии вы можете размещать вот на своих социальных страницах под хэштегом «Пасхальный кулич 2016». Хэштег – это решетка. То есть вы на телефоне найдете решеточку и пишите слитно «Пасхальный кулич 2016». А мы эти все фотографии по всему интернету соберем в нашу группу. Итак, приглашаю вас в интересный котлас. И всем приятного концерта и праздничного настроения. С Пасхой! Ура! Спасибо, Наташа, большое.